С Новым годом! С вами Юлия Черняева. Я расскажу вам, что интересного происходит в городе в эти волшебные праздничные дни. Музыкальная сказка «Динь-дон. Я ваша мама» придется по вкусу и самым маленьким, и тем, кто еще в глубоком детстве смотрел этот удивительный мюзикл по советскому телевидению. Известная сказка о волке и семерых козлятах, их приключениях и чудесном спасении. Удивительно и необычно звучит именно в музыкальном исполнении. Ну а тексты песен Юрия Энтина знают все. Говорят, что эта сказка – отличное средство воспитания непослушных детишек. Начало спектаклей 3 января в 11 и 13 часов в Самарский театр оперы и балета. Будет красочный рассказ от Ивановых проказ. Как хитро поймал жар птицу, как похитил царь девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом. Новогоднее музыкальное представление для детей по мотивам сказки Павла Ершова «Конек-горбунок» покажет юным зрителям Самарская филармония. Филармония, 3 января, начало спектакля в 11:00. В малом зале Самарского театра юного зрителя каждый день до 8 января будут проходить удивительные представления для детей и взрослых. Сказки Пушкина, невыдуманные истории от Александра Сергеевича, вне виртуального мира, согретые теплом домашнего очага и мудростью рассказчицы Арины Родионовны. Эти сказки будет полезно послушать всем тем, кто верит в чудеса и знает, что все мы внутри озорные мальчишки и девчонки. Начало спектаклей в Самарте в малом зале в 10, 13 и 16 часов. По окончании представлений в фойе театра вас ждут добрый волшебник Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, золотой петушок, а также викторины, веселые игры и танцы. Хорошего настроения! До встречи!